Доброе утро, уважаемые зрители и подписчики канала ТВ Маэстро. Уже с раннего утра на Савеловском вокзале. Ждем сейчас Сашка. Сумки уже здесь. Как всегда, Сашок забыл документы под платформой. Это вообще кошмар. Отправляем мы Санечка домой. Сейчас он придет, закажем такси. Пообщаемся, все ему расскажу. И поедем. Ребята, всех с праздником. Христос воскрес. С Пасхой. Всем здоровья, добра. Всего самого-самого наилучшего. Держите кулачки за Сашка. Чтоб у него все получилось, чтоб он доехал. Где он бежит? А, вон он. Директор вокзала идет. Что-то там уже нашел. Что-то там уже нашел, подбирает. Баню он не ездил вчера, не знаешь? Да, нет, навряд. Руки грязные, ну ладно, на вокзале мама или ходит. Вон он за какими документами ходил, блин. Христос воскрес. Да, пичками, что ли? Покурить, Сашки есть. Сашки мне выпустили. Я тебе купил сигарет. Да, Сашок, это вот то, что тебе в поезде пригодится. Вот тебе подписчик передал колонку. Да. Подключается к телефону. Как наушники втыкается и так на батарейках работает. Вот тебе сигареты здесь. Свечки, как просил. Водички, тут колбаски, хлебушек, халва, чай. Вот здесь рюкзак целый с продуктами. Нормально. Понял, да? Это же мне? Да. Круто. Круто. Там все, тушенку, фасоль я купил, крупы всякие, соль, сахар, чай там лежит, все там. А мы успеем с ним еще выпить? Выпивай, но это, поторапливайтесь. Да. Наше время сколько у нас? Сейчас. Время у нас без 10:09. Билеты-то у тебя, Саша. Билеты у меня, да. Документы взял? Да, вот они. Все. Вот они. Я чуть их не забыл. А то вот с этой сумкой я голову забил, я еле годился ее. Да, еле сумку. А я варенье везу. Так я ему говорю, это чуть-чуть. Что за варенье? А там разный сорт. Так он говорит, буду самогон знать. Брашку. А почему самогон? Я понял. Ну, я умею эту всю хуйню делать. Телефон у тебя заряжен? Да. Ты это, зарядку не трать в поезде, чтоб у тебя, я тебе позвоню, когда ты приедешь в Канаш. Хорошо. Приедешь в Канаш, чтоб я это, не волновался за тебя, ну. Что ты в другой поезд там пересядешь. Саш, попроси там этих кого-нибудь, или полицию, или каких-нибудь там этих, чтобы тебя на поезд проводить, показали, где поезд стоит, там, в Канаше, до твоей станции, как называется? Так я знаю всю Канашу. А, знаешь? Я там кофегарку ремонтировал. Ну все, слава богу. А что-то вот. Как Савеловская уедет. Давай, смотри, доедь нормально. Чтоб там все было ништяк. Я тебе там дам пару копеек. Вот. Может там захочешь. Не на что, а? Сань. Не, с Кизи мы еще на пригородку пересаживаться.
Я понял, понял. Там еще 25 километров тебе ехать. Да, и билет стоит 50 с чем-то или 60 с чем-то. Я тебе дам денежку, дам. Мне главное, это... я эту денежку прихраню. Карту взял с собой? Она у тебя работает, карта? Да, да. Сейчас я перепишу, если что, я тебе тогда еще на карту закину. Ну и вообще, карту эту не потеряй. Там будешь, вдруг тяжело будет, позвонишь, тут придумаем что-нибудь, какие-нибудь копеечки соберем, отправим тебе. Только это, лес там сильно не руби. Да. На дрова. А то ты весь лес порубишь. А там, блядь, лес, ну, за хуя порубишь. Грибов привезешь? Сухих, что ли? Да. Это клюквы. Клюква, да. И белок. Курить, не дай бог, курить нельзя. Во. А это вот электрон? Нормально. Во, больше электронный курить. Ну, он все вкурит, зато ты его. Дерек, как же Савеловский без тебя, Дерек? Я ему уже сказал. Ты хоть зам оставил? Заместитель кто будет, Сашок? Кто заместитель? Ты уже назначил хоть? Черный. Да, черный. Там же ж. Да, черный пропьет все кабеля. Да, все прокурит. Все прокурит? Ежиком будет. Он и так ежик. Я еле сумку дотянул. А я знаю, ты так вот, еще мало. А слышишь, Саня, я говорю, идем, я сумку тяну. Я говорю, ты что, решебенка не хватает-то? Ты что, решебенка или направо? Я беру. Лежат булыжники, я говорю, ему же булыжник уже его накидал. Он говорит, я везу, говорит, трава, говорит, а то надо с таким чем-то дрогнуть. В Москве дров много. Ух, Санёк. Я прикололся так, я его дрова везу. Он говорит, нихуя, что такие тяжелые. Щебенку не возьму. А я там варенье везу. На самогон. Саня. О, теперь у тебя есть электронная, в пузе можно курить. А можно электронный поезд? Да, можно. Убери бутылку. Что, аккуратно, это ты будешь завтра дома, да? Нет, не завтра. У меня две пересадки. Завтра, Сашок, завтра ты будешь, сегодня в 11 ты будешь вечера в Конаше. Конечно, я в Кизиме, а с Кизима... В Кизиме ты будешь где-то часов в 6 утра. Я опаздываю на пригород. Тебе точно чего-то на зоне придется. А во сколько эта пригородка идет? Вечером. Последний раз. Она один раз, что ли, ходит там? Ну, один раз туда и обратно. Вечером, да? А во сколько вечером, не помнишь? Вечером я помню. 6. С самого с утра, 5 утра. А, в 5 утра? Да. Или вечера? Нет, 5 утра. Да и хуй себе переночует там, до утра. 25 километров, может там какие-нибудь попутка. Это пешком. Да не, пешком, да, охуеешь. С такими сумками, да. Там как раз еда ж есть, варенье. Ну, домой нет, там варенье есть. Саш, там тушенка есть, фасоль. Колбасы, он два батончика я тебе там купил. Саш. Все там сладкого. Да. К
облегчаю. Поселиться в лесу, сделать себе шалаш. Еда есть, тепло, грибов сколько. Не будет там у нас жить. Да? Лесником. В переход спуститесь. Саш. В переход спускайтесь налево. В эту сторону, да? В переход. Подземный переход, вот он. Спускаетесь, поворачиваете налево, до конца доходите, еще раз налево. Спасибо большое. А это, Саша, Кисину мне придется, если я в 6 приеду в Кисину. Так. Это мне до утра придется. До следующего утра. Раз в сутки там, да, паровоз? Ебать там. Раз в сутки. А зачем еще так добраться не на чем, да? Не автобус, ничего? Нет. Да. Есть эти тарантайки у нас называются. Тарантайки есть. Ну, это как резина или как? Ну, это Шварценеггер, который ездил. А мы их называем тарантайки. Тарантайки эту. Как? Резина или как? А так сутки там, мне еще там выйти. Это резина. Считай, сутки мне там выйти. Это хреново. А я там всех знаю. Я тебе буду позванивать, контролировать, что там с тобой. И там в поезде, я не знаю, есть зарядки? Ну, должны быть зарядки. Там одна розетка в поезде. Да не, ну сейчас современная фигня. Да. А там, наверное, от каждой на первом поезде как это? Я думаю, есть. Там, да, там где свет, там есть розетки, узбичные вот такие вот. Да, да. Да, такая же фигня есть там. Даже над каждой головой. Да, чтобы у тебя постоянно заряжен был телефон. Что это нет, ему там номера, Саня, забил не на симку, а в телефон. Угу. Что он симку вонит, другую ставил. Да. То, что они станут своими номерами. Так. У меня оставались номера. Прервемся сейчас, секунду. Ебал, блядь. Где у тебя пальцы, блядь, Валер? Все мозги. Это приходящие, уходящие. Ну что ли? Вот и наши, вот, сейчас, ёпка. Да и вот, если нормально доехал, там вот всё. Всё как пошло. Никого уважает, кто-то. Это человек, кто знает, как это. Сказал, Саня, поймаю медведя. Вы следили, жены нету дома, поймаем медведицу, блядь. Затащу ее в эту, говорит, в малину или в бруснику, блядь. Ну и, говорит, буду там с ней, говорит, развлекаться. Ну, чтобы медведь потом не поймал его. В той бруснике. Если его медведь поймает, это будет... Нет. Это будет номер. Как ходили со строгой же, медведь упирается на строгу. Вот пока он будет в упоре... Саня, и сразу между рогатами голову зажимай, да, медведица, да, чтобы она не могла туда вырваться. И представься, если пока медведь не прибежал. Просто слышишь, не убегай. 10 минут. Сашочек, давайте это, похмеляйтесь, у нас еще минут 10 и надо уже мчать. Это, слышишь? Еще раз всех с праздничком. Медведи нет. Медведи, потому что уже лоси есть. Лоси. Есть. Вот лосиху. Зажимаем между этим. Ну, рогатин вот этим. А ты с рогами упрется, никак не сможет назад. А ты там. Лосихи нет, рогатин. А ты ж маленький, блин, ты не пристроишься туда. Лосихи нет, рогатин. Кабана. На кабана становится. Кабана лоси. О, кабана пригоняй туда. Или кабаниху. 4 числа, говорит, получить паспорт. Да, и черному... Говорит, и все, я, говорит, в Питер уезжаю. Черному 4-го паспорт получать. Это вторник же. А завтра же хотел тоже же? Завтра и я не знаю. Питер? Он сказал, я в Питер уезжаю отсюда. Ага. И что там в Питере делать там с сыра? Так он, я там 5 раз был. Так он, блядь, я не с половиной. Ну а как? А речку загрязнит.
будет черная речка. Да нет, он, я думаю, он отсюда не уедет. Я 5 раз ездил. Да не уедет, Валя. Конечно. Ему лишь бы уснуть и выпить, пожрать, вот, и попить. Он в доме вдруг. Но это как вот, там денег не платят, но ему платили. Вот ему платили. А, ну, и кому не платили, ему платили. Но там есть люди, которым платят. Ну, знаешь, не все платят. Реабилитационный центр. Например, раньше преображение. Подожди, Валер. Если ты приехал в реабилитационный центр, ты же должен там же что-то делать. Я просто так, ты же не можешь там валяться. Едем на вокзал мы на Ярославке. Не знаю, если моя подруга освободилась, Сань, моя подруга освободилась, то я останусь там. Если нет, приедешь, да? Да. Вот он наш Ярик. Так, на Ярике мы. Санечек. Вокзал. Пойдем искать поезд, где наш паровоз. Не знаю. Мы сейчас прочитаем, Сашок. Киров. В Киров не поедешь? Санек мне сумок вот понадавал. Осталось минут. Минут до полчаса еще. Ну, он должен уже быть. Наверное, да? Ну да, ну, наверное, вот или первый, или второй путь. На очередь занять, Саня. Ай? Заходить в очередь. Какая очередь? Ты че? А раньше очередь была. Я раньше очередь занимал. 16-й, вот он наш. Архангельск, Москва. Девять сорок один. 24 минуты. Так, а Сашок, стой. Сейчас мы посмотрим вагон, который у нас. Да, и место. Вагон и место. Так. Вагон и место. Вагон и место. Секундочку, ты тоже взял все билеты, да? Да, да. У тебя 2 билета. Один до Коноса, один с Коноса. Так. Вот он, 16-й паровоз твой. 10.05. Так, у нас, значит... Где тут? Вагон, шмагон, самогон. Самогон. Самогон я у себя буду гнать. Ага. Себя. Так, место 13-е.
Я не пойму, какой вагон. Сейчас спросим у этой тетки у какой-нибудь. Да. Вон она стоит. Красная шапочка. Ага. Место нижнее. А, вагон, 18-й, его вижу. 18-й вагон, 13-й. 13-й у тебя место, Саша. Ну, нормально. Пойдем. Нижнее. Все, белье оплачено, все тут. Белье тоже есть. Да. С бельем. Все тебе дадут там. Пойдем потихонечку. 18-й вагон. О, это у нас только первый. Ёпта. Это у нас только первый, Сашок. Давай вот по этой стороне пойдем. Восемнадцатый аж, ёпта. Они могут быть прицеплены через хер поймешь как. Что-то вообще не поймешь какой. Длинный паровоз, Саша. Вагон седьмой. Седьмой вагон. Как понять? Нам еще 11 вагонов пиздовать. Электропоезд повышенный комфортность до станции Монино отправится в 9:55. Пятого пути поезд последует за Красотина, Лысина-Островская, Мытища, Подбивка-Дачина, Волшева, Загорянская, Воронок, Чкаловская, Бахчеванши. Спасибо за внимание. Цель выполнения рецептации по профилактике распространения вируса. Что это? Устал? Отправление поезда в 10:05 с первого пути. Нумерация вагонов с хвоста поезда продолжается посадка. Скорость поезда номер 16. Сообщение Москва-Арханды. Отправление поезда в 10:05 с первого пути. Нумерация вагонов с хвоста поезда. Спасибо за внимание. Саша, как далеко у нас тепловозство. Да. Ничего себе, какой он длинный. Мы так до Архангельска с тобой дойдем. 13, 14. А? Чего? Пошли, пошли, Саш, у нас время. Не надо ничего спрашивать, я все знаю. Да. Не теряй время. 15-го пути. Пригородный электропоезд до станции Щелка отправится в 9:00. Вообще караул, юб. Какой длиннющий. Шестнадцатый. Юб твою мать. Пошли, ресторан. Ага. Вот 17-й наш следующий, Саш. Вон она стоит.
Да, сейчас я пока выключу. Телефон. Посмотри, тут, наверное, нету еще, да? 21 век не дошел, зарядка. Вот. А, есть. У тебя сама зарядка есть, да? Как нету? Нету как. Что, штекер есть? Есть. Чего ж ты не сказал? Откуда я знаю? Только в автобусах. Я не взял. Блин. Косяк. Так, билеты в паспорте, Саш. Понял, да? Вот эти вот бумаги. Ну, это просто чеки. Ну, все равно возьми. Ну, я. Да. Че, я тебе лаве дать? Ландосиком. Лежи. Лавандосиков. Так, и это. Карта у тебя далеко? Банковская. Куртки, вот. Пошли. Куда не ходи, куда? Или сколько так, времени? Здесь. Давай я сейчас ее сфоткаю. А чем тебе не нравится? Да ладно, здесь. Так, покурить мы еще успеем, да? Без нас не уезжайте. 11 минут? А, спасибо большое. Сейчас мы 3 минутки буквально. По сигарет попрощаться. Пусть всем привет передавайте. Да. А вы, основные подписчики, с лучом присылайте. Если лучом будет плохо, кому приезжайте ко мне в лес. Жить. В лесу жить. Нормально, чё. Квартиру мне хватит, комнатная, пустая. Гостей никого нету. Приезжайте, гости. А у тебя это радио есть на телефоне? А я не смотрю. Там где-то есть, посмотришь в дороге. Да. Вот эту колонку, она как наушники включается, которую тебе ежик, подписчик передал. Угу. Вот, денежки я тебе дал, билеты у тебя в паспорте. Вот, я тебе буду звонить в течение дороги. Да. Бутылочка у тебя есть, только аккуратно там, чтобы никто не видел, чтобы все нормально было. А если я ее завлеку по дороге? В лес с собой ее волоки. Пусть ягоды собирает. Ну, она красивая. Под низ пойдет. Под низ пойдет. Да. Нормально. Все, курить у тебя там до хера, все там у тебя есть. А туалет у них? Туалет? Нет, с той стороны, в вагоне. Твой вагон, вот он, 18. А, нет. В каждом вагоне ведь есть, да? Да, да, да. Вроде, вот. Не, значит, носки поменять. Не, носки. Ну, пока есть. Так посидишь, а потом туалет откроется, в туалете поменяешь. Потерпит. Да. Главное, место у тебя нижнее, нормально. Да. Чтоб ты сидел, никто тебя не трогал. Да, спать буду. Сейчас. Вот такой у тебя длинный паровоз. Ни конца, ни края. Оно у меня не останавливается. Не, ну в Кизьме хотя бы останавливался, да? Ну куплен у тебя там билет второй, ну, до Кизьмы. Да. От Конаса. Паспорт. Да. Ну я все два там скажу, смотрите. Короче. Ну сейчас ты, может, это, может, пока посидишь там через часок. Вот следующий. 19-14 следующий должен быть, да? Ближе к вечеру тебе наберу. Да. И в 11 я прям буду названивать тебе. Хорошо. В 11 вечера. Но... Ты приедешь туда, да? Чтоб паровоз Россия, свой нашел второй. Блин. А я думаю, не это.
Штекер. Это штекера нигде нет. Если сядет, попросишь там у этой. 19? 18. У соседки. Да, да, да. Дай мне подзарядиться. Если что, звони. Там, когда домой приедешь, тяжело будет. Карта у меня есть. Скинем денег на карту. Все это обязаловка. Да. Звоню. Ну, там карту насрал менять. Почему менять? Ничего не менять. Сим-карту поменяешь. Да, сим-карту. Мам. Да, но мне сразу позвони, чтобы я твой номер знал. Да, 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 да. Я перепишу сначала их. Перепишу дома. На листочек перепиши. Да. У меня все. У меня старый есть телефон. Когда я ездил, еще старый есть. Интересно, у кого сейчас из вообще из Савеловских есть телефоны еще держатся старые. Старый у меня один. Старый. Номер, я имею в виду. Самый старый номер это у меня. А ну я его записываю. Да, да, у тебя есть в телефоне. Нет. Я же тебе звонил сегодня. А ты я мне... проверю по списку. Да. Я списываю. Давай, бросай. Пошли. Я тебя проведу. Я быстро. 30 секунд. Пошли, Саша, твое место найдем. И все, я пошел. Саш, мы прошли с тобой место. Прошли. Да. Вот твоя, Саша. Вот она. Все. Давай. Лапу. Давай. Все, будь. Да, на связи будь. Да, я тебе в 11 вечера буду звонить, чтобы все было нормально. Хорошо. Все, чай там есть, все поесть, покушать есть, все есть. Деньги не потеряй. Все. Все на давай. Месте будет. Счастливого твой. Пути. А души сать. На связи. На связи. Все, Сашочек, счастливого пути тебе. Ребята, подписчики. Ух, блин. Аж голос задрожал. Всем спасибо, кто принимал участие, кто поддерживал меня. Спасибо, будем звонить Сашку. Карта в описании. У кого есть желание помочь Сашку, я поставлю карточку в описании. Киньте там ему. Копеечки, пожалуйста. Еще раз всех с праздником. Вот такой у нас сегодня счастливый день. Поехал Сашок домой. Все у него есть. Одежда покушать, попить, выпить. Телефон главное, чтобы не сел, чтобы я ему звонил. Он не сказал, нет у него блочка зарядки. Ёшкин матрёшкин, я с собой не взял. Я бы свой отдал ему. Все. Дай бог. Доедет нормально. Все, смотрим видос. Подписывайтесь на канал, пожалуйста. Ставите лайки, пишите комментарии.